И многие талантливые очень актеры просто спивались и умирали. Это страшное было явление. Приход этой ельцинщины, горбачевщины и гайдаровщины. Они убили кино, убили. Вот сейчас, слава богу, немножко это вот стало появляться что-то. Вот легенда номер 17, вот это вот 3 секунды, которые потрясли мир. Это приближается к лучшему советскому кино. Это уже приближается немножко, но тогда-то еще, когда они были в полной силе, актеры, и все рухнуло, ухнуло в яму. Угу. Это страшный период. Это страшный период. В театре это легче пережить. В театре это другое несколько. А в кино это трагедия. И это трагедия Коли. Она вот это погубила его. Он спился. Он спился. В 90-е? Да. До этого он не пил? Ну как мы все. Мы не спиваемся же, но праздники есть праздники, дни рождения есть дни рождения. Вот. А здесь это уже была болезнь. Вот. А вы не пробовали что-то с этим делать? А мы знали? Помочь сыну. А мы разве знали все? Мы же в Минске, а он в Москве. Там каждый день он живет, работает. А жена Вера вам не жаловалась, не говорила, что он пил? Нет, ничего не говорили. Там было вообще молчание. Молчание было. Вообще, да, это убило не только Колю, это убило многих талантливых людей.